решить соответствующую формулу для того, чтобы искать кубический корень. Вот представьте себе, что у нас будет x куб минус a равно нулю. Да? X куб. Ну и как-то понятно написать. 3x минус... Да молодец, все правильно. Минус x. Минус x. И плюс... Плюс антиг на x куб. Ну, три квадрат. На x квадрат. А, да, в квадрате. Да, и взять, что это такое. 2x плюс антиг на x квадрат. Отлично. А вот теперь комментарий. Смотрите, что у нас получилось. Забавно. У нас получилась такая штука. 2 третьих x плюс 1 третья от a делить на x квадрат. Согласны? Да. Замечательно. А теперь вопрос. Опять-таки, а откуда, почему именно 2 третьих и 1 третья? Интересно, если мы здесь напишем не 2 третьих и 1 третья, а если мы здесь напишем, извините, 1 вторую, x плюс a делить на x квадрат пополам. Вот такое отображение. Будет стремиться к корню кубическому. Или же не будет. Как вы считаете? Вот наш тип. Второй вопрос. Будет ли вот такая функция, если ее много-много-много-много раз повторишь? Нет. А? Нет. А если проверить? Проверил. А давайте, нет, не надо. Вперед. Давайте проверим. А давайте проверим. Только не на калькуляторе, естественно. Подставим. Найти такой хороший кубичек из А плюс интер плюс А делить на корень кубический из А плюс в квадрате пополам минус корень кубический из А. Здесь вот этот знаменатель плюс интер куб. И на y, да, плюс минус опять, да, минус корень кубический из а y квадрат. Видно, что ничего не получается. Нет, почему? Как раз видно, что нет, не получается, видно, что значит, ничего не получается. Нет, в общем виде мы это сделать не можем. А давайте порисуем картинки. Ну ладно. А давайте прекратим вот эти вычисления и просто порисуем картинки. Что это означает в данном случае? Мы с вами должны нарисовать график. Y равняется x плюс a делить на x квадрат пополам. При x, стремящемся к бесконечности, график будет иметь асимптоту y равняется x пополам. Да? При x, стремящемся к нулю, асимптота такая. Поэтому график, он примерно вот такой. Все согласны? Дальше. Берем, рисуем прямую y равняется x. Ну вот она вот прямая y равняется x. Вот эта точка, это что такое? Корень кубический из а. Теперь вопрос. Как на картинке у нас с вами выглядит наша операция? Вот берем, идем на график. А у меня сошлось. Так что там сложно поведение. Так вот вопрос, сойдется или не сойдется? Он очень медленно сходит. Вот. Наверное, для того, чтобы это понять, нужно вот что понять. Какая касательная в этой точке? Как вы считаете? Горизонтальная, не горизонтальная? В этой точке. Горизонтальная. А если подумать? Горизонтально.
Ну, давайте посмотрим. Найти производную вот от этой функции вот в этой точке. Производная это будет 1 вторая. Производная от x минус 2 это что такое? Это минус 2а делить на 2х куб. Согласны? Вот, значит, это будет 1 вторая. Х куб в этой точке это как раз а. 1 вторая минус единица. Ух ты! Это минус 1 вторая. Значит, я график нарисовал не вполне правильно. На самом деле, здесь есть касательная вот такая вот. Секундочку. Так и есть. В этом там коэффициент 2 перед h делался. 2? Да. X минус 2 степени. Производная от x минус 2 это минус 2 делить на x куб. Правильно? Да. Вот, поэтому будет минус 1 вторая. Слушайте, так вот поднимаешься, идешь сюда. Здесь вроде нормально. Как может не сходиться? Еще раз, сюда. Не будет там минимум. Вот если бы там были 2 трети и 1 треть, то было бы как раз все хорошо. Действительно был бы минимум. А здесь мы как раз испортили вот эти коэффициенты, и поэтому не минимум. Осталось совсем мало времени. Видно, что эту задачу мы сейчас не дорешаем.